Привет, друзья! Сегодня пятничные анекдоты в четверг, но завтра, потому что женский день у нас международный, хороший, будем поздравлять девушек. Вот, и поэтому анекдоты сегодня. И первый анекдот такой на тему мужчин-женщин, скажем так. Есть такие, к сожалению. Мне как бы пофиг фиолетово, но... Короче, вы знаете, что... Американские и европейские геи не пьют русскую водку. Знаете почему? Сука, да потому что после нее на баб тянет. Пока, ребят, всем здоровья и процветания.